На меня уже так с легкой укоризной смотрит Борис Кузнецов и Максим Митрофанов. Но, по-моему, они тоже замерли, слушая лекцию. Дорогая Эльвира Ивановна, вот от нас, да, очень удобно книжки таскать. А у меня же внученька есть. Вот и внученька тоже хорошо. Друзья, вы знаете, спасибо. Я слушала лекцию, и я вдруг поняла, как часто мы торопимся, суетимся, пытаемся вот в один день сделать это. А иногда нужно приглашать просто Эльвиру Ивановну. Пусть нас будет 10 человек, кому нужна такая лекция, но нас будет 10 человек. Эльвира Ивановна, да? Предлагаю тебе, Танечка, лесного короля, который вовсе не лесной король, а альфовый король. Хорошо, принимаем. Спасибо большое. Зовите. Я думаю, что вот просто... Просто сейчас мы, у нас такая была договоренность с Борисом Кузнецовым, который главный редактор, директор издательства «Росмен». Ему нужно было обязательно, говорит, я приеду к вам, но только в 12. Поэтому, Борис, значит, а у нас так, раз, два, три, елочка горит. Сейчас мы зажигаем. Всякие, да, сюжеты, чтобы оно было поторжественней. Вы, друзья, вы обратили внимание, что мы сегодня встречаем вас с выставкой иллюстраций художника Максима Митрофанова. Максим, пожалуйста, сюда же, сюда же. Вы понимаете, что мы могли выбрать одного художника, другого, третьего, но вот точно так же, как сегодня все чтения могли сложиться из разных-разных пазлов, вот у нас сложилось сегодня с Максимом Митрофановым. А на самом деле ничего удивительного. Максим Митрофанов сейчас больше всего сотрудничает с издательством «Росмен». И на нашей книжной выставке в двух стендах иллюстрации Митрофанова внизу мы поставили... Вот первые полки – это книги английские. Вниз мы все-таки положили несколько книг Максима, чтобы показать, что он не только вообще-то... То, что английская литература для него главная литература, это вы поймете. Но то, что есть еще... А вот правый от меня стенд – это книги издательства «Росмен», книги переводные, книги с английского, книги английских авторов, потому что «Росмен» – издательство, которое, с одной стороны, не испугалось и не боится внедрять в наше сознание, например, Гарри Поттера, а с другой стороны, очень трепетно относится к классике. Ну, а сейчас, пожалуйста, в какой вы последовательности Борис, будете? Как ваш... Спасибо. Хорошо. Добрый день. Я тут со своим самоваром, с книжками. Ну и хорошо, вы тут все вот со своим... Вы знаете, когда Татьяна мне позвонила и сказала, что можно и нужно будет поговорить о английской литературе детской, первый такой ступор был. Вроде мы как-то не очень много издаем, сразу на память не так много приходит. А потом начал читать. Вот прям просто интересно стало. Где-то сломался на 20 авторах и больше 100 книг. То, что мы издавали английских авторов, английской литературы. И посмотрел, сколько сейчас у нас в активе находится. Вот 26 книг у нас точно находится в активе. Дошел, понял, что с английской литературой действительно мы работаем. И с классикой. И Шекспир, вот я вижу «Сон в летнюю ночь» с иллюстрациями великолепной Ники Гольца. И Чарльз Диккенс у нас был. Сейчас я даже боюсь, без бумажки их сломить не смогу. И Свифт, и Дефо, и Лайт, и Толкин. Я вспоминаю всю классику, которую мы видели. И заканчивая Дарвином, Грэхэмом, Горвицем, иллюстрировали нас великолепные художники, нас английскую литературу иллюстрировали. И Денис Гордеев, и Вадим Челак, Максим Митрофанов, безусловно, об этом отдельно. Хочу сказать несколько слов о тех книжках, которые мы выпускали, и, может быть, несколько издательских байк. Они отчасти поучительные. Поучительные в каком смысле? Какой-то классика, детская классика, русская, английская, она хорошо принимается читателями. Все новое входит с каким-то трудом, удачно, неудачно, иногда с тяжелой судьбой. Но
бывает. Вы знаете, я могу сказать, рассказать в двух словах, как мы знакомили российского читателя с Беатрис Поттер. Мы эксклюзивно владеем правами на издание «Беатрис Поттер» в России. И знаете, когда впервые мы выпускали, это было 6 лет назад. «Беатрис Поттер», что нам сказали? Вы знаете, это что-то такое слащавенькое, это очень что-то такое старое, неактуальное, несовременное. В общем, не предлагайте нам эту гадость. И не надо с этим работать. Это распространители, скажем. Распространители, да. Это особо зловредный вид. Ну, вы знаете, здесь сильно баррикады надо выстраивать. Так вот, целый год мы боролись, ломали вот эту баррикаду. За право быть на полке в книжном магазине. В итоге мы оказались там. И вы знаете, постепенно мы переиздаем, работаем, читатель принял. Вот здесь получилась именно такая ситуация, когда мы выкачивали из интернета большое количество читательских и отзывов библиотекарей, что очень важно. И как доказательства, как аргументы рассылали все это дело по книжной торговле. В итоге книжная торговля великодушно согласилась поработать с этим проектом. Великолепно. Борис, кстати, можно вот сразу, я-то время от времени внедряться буду, подскажите, а у вас не было такой идеи, вот эти простейшие тексты, они бы, может быть, очень хороши бы были английский и русский вариант рядышком, или таких проектов у вас в голове не было? Вы знаете, да, есть нюанс, мы коммерческое издательство, я боитесь, прекрасно понимаю, билинговые у нас интерес, продать невозможно. Именно с вот, не с каждой книжкой, а вот с этими котиками и зайчиками, то, что надо. Она за минори встает, вот про Гамлета не знаю. Пока нет. Пока коммерческий нет. Успех билинговые у нас в стране нереален сейчас. Нереален, да. Пробовали уже неоднократно. Спасибо за честный ответ. Я честно отвечаю, зачем крутиться. Спасибо. Ну, вы знаете, что мы сделаем? Немножко заглядывая через плечо и вперед. Тексты Беатрис Поттер, они настолько простые и настолько лаконичные, что, в принципе, эти тексты можно использовать в библиотечках для первого чтения. Мы таким образом будем работать. Под школьную программу? Да, я включаю в школьную программу. Около 2 лет назад ее начали включать в школьную программу, начали рекомендовать ее в школьной программе. Таким образом, мы попробуем ее издать и в более демократичном варианте. Беатрис Поттер мы издали все абсолютно, что она делает для детей. Далее. Нельзя не сказать о Гарри Поттере. Нельзя. Я сюда принес и даже здесь оставлю вот такое. Я все ждала, кто первое слово страшное произнесли. Гарри Поттер – это первое издание, вот так оно выглядело. Я его оставлю даже здесь. Не русская. С Гарри Поттером тоже была любопытная история. Год был 99-й. Недоверие было колоссальным. У всех абсолютно. У журналистов, у литературных критиков, у библиотекарей, у всех. Буквально говорили, вы знаете, кому интересна вот эта книжка про английского мальчика в очках волшебных. Во всем мире интересно, а у нас будет. Тогда только история начиналась и во всем мире. Вроде какие-то рейтинги, но в рейтингах были и другие книги. Зачем вы нас мучаете с этой книжкой? Я помню, один директор магазина, не буду называть какой, сказал, вы знаете, уже вышла вторая книга. Такая гадость, ваш Гарри Поттер, я прочитал первую книгу, потом что-то сходил, взял вторую, до утра читал, ну, в общем, дочитал. Такая гадость. До утра не мог оторваться, но такая гадость. Вы знаете, по Гарри Поттеру, конечно, написано и по Джоан Роулинг, уже огромное количество монографий маркетинговых. Каким образом этот проект сработал, из-за чего он сработал, как сошли звезды. Задним числом можно все, что угодно объяснить. Вы знаете, до сих пор, честно, огромные загадки. Для меня лично загадки, для всего литературного мира. Вот каким образом Джоан Роулинг стал таким с Гарри Поттером, таким грандиозным планетарным проектом для подростков. Кстати сказать, несколько лет там назад Эльвира Ивановна делала блестящий доклад про Гарри Поттера и вообще литературу взросления. Я его сравнила с Парцефалем и с книгой воспитания. Да. Немецкий роман «Воспитание», который начинался с Парцефаля и дошел назад до Гарри Поттера. Так да, что традиция. Да.
Традиция, да. Все возведено уже в ранг науки. Действительно, изящно. Да. А в качестве противоположного примера могу привести еще одну. Мишель Пейвер. Великолепная серия, история. Вот эта обложка, сама Мишель Пейвер признала лучшей обложкой иностранных изданий. Это не одна книга, это 6 книг было. Эта книга тоже находилась в топах всего англоязычного мира. Германия, она находилась в Италии, в Испании. Мы работали. Ну вот видите, каким образом непредсказуемо действует читательская прихоть. Не пошло. Не приняли. Мы долго работали, мы несколько лет пробивали Мишель Пейвер «Хроники темных времен». Великолепный совершенно текст, на мой взгляд. Переведен хорошо? Хорошо. И на мой взгляд, история достаточно уникальная. Вы знаете, дети читают в большом количестве фантастик, фэнтези и уникальных миров, там, в общем-то, раз-два и общался, приемов. Вот Мишель Пейвер виртуозно совершенно поместила свой мир в первобытное общество. Очень интересный, очень проработанный. Она, кроме всего прочего, еще и антрополог. Великолепная совершенно вещь, удивительная. Но вот вы знаете, настолько прихотливые наши читатели, вот эта книга в итоге не получила признания. Хотя на самом деле во всем мире Мишель Пейвер прогремел. Дорогие библиотекари, возьмите на карандаш. Может быть, стоит перечитать самим и подумать, и, быть может, буктрейлер. Вот такое, да. Очень подходящий для буктрейлера. Быть может, уже ничего не получится, потому что в настоящий момент эта книга не издается. Хотя бы у тех, у кого она есть в фонде. Не обходите вниманием, сами почитайте, посмотрите. Естественно, не могу не сказать о Памеле Трейерс, с которой мы, со следниками которой мы уже несколько лет работаем в качестве эксклюзивного издателя. Ну, это одно из изданий. Мы выпускаем великолепных иллюстраций Вадима Чувака. Потом посмотрите, я, конечно, оставлю здесь эти книги. Есть у нас задумка, на самом деле, Памелу Трейвер сделать еще в одном варианте иллюстрации. Подбираем художника, думаем. Хотим, чтобы Памелу Трейвер как минимум была в двух видах иллюстраций. Посмотрим, выразительно. Нет, не то чтобы выразительно, но... Ну что, есть у нас великолепные издания великолепного художника Максима Митрофанова. «Алиса в стране чудес» и «Питер Пэн». И в Индии вот здесь. А, есть она тоже. Есть. Книга здесь. Питер. Вот он. Максим, я сейчас скажу несколько приятных слов. Прошу не счесть это за листик. Забить. Есть, да. На самом деле, вот есть художники, которым отдаешь работу, как издатель отдаешь работу, как черный ящик, в хорошем смысле. Ты не понимаешь, что получится. И тем интереснее предвкушение, что же получится. Вот таким образом, когда отдали «Алису в стране чудес» Максиму, мне так было интересно, честно, жутко было интересно, что же получится. Ведь иллюстрировать Кэрролла – это, честно говоря, не просто подвиг, это какая-то еще особая решимость. И риск. Для художника очень серьезный риск, потому что сравнивать будут с огромным количеством работ. Нужна нечеловеческая виртуозность. Весь вот этот сюрреалистический мир он столько на художника накладывает, такую ответственность накладывает. Максим решился. И когда первые иллюстрации были принесены, вы знаете, честно, мурашки по спине, мороз по коже прошел. Вот почувствовал себя как-то здорово. Это, самое главное, это ново. Конечно, и Калиновский есть замечательное, огромное количество замечательных иллюстраций. И тем сложнее сделать Алису новой и неожиданной. Максиму это вышло, и вышло очень здорово. Просто великолепно. Получилось, и кроме всего прочего, Максим, не буду опять снимать насчет английского общества любителей Кэрролла. Ну, это я скажу. Расскажешь. И с той же великолепием Питер Пэн. Иллюстрации здесь Питер Пэн. Вот они, сзади. Их просто надо смотреть. В общем-то, на самом деле, история тоже непростая для иллюстрирования. Где-то, на мой взгляд, она достаточно жестокая и по нынешним меркам сложная для морального для прочтения и вывода морали какой-то для ребенка. Вот реально в этой истории Питера Пэна очень серьезными костылями
являются иллюстрацией. Если, я не знаю, я не хочу никому свое мнение навязывать, но если из текста Барри исключить иллюстрации, этот текст ведь очень тяжелый, неоднозначен для ребенка. И читать его тяжело и непросто. Помогают иллюстрации. Вот здесь возникает определенная симфония текста и иллюстрации, что позволяет на самом деле сделать эту книжку по-настоящему детской. Это тоже очень серьезная удача. Удача наша, удача Максима. И контрапунктом, что у нас есть еще, с чем мы еще работаем. Великолепный Денис Гордеев, который, наверное, тоже не нужно сильно представлять. Есть его Оскар Уайльд, мальчик-звезда. Есть, конечно, Денис Гордеев, у нас еще и Свифт. Они у нас есть Киплинг. Да. Все это здесь есть, все это я смогу оставить здесь. И на самом деле, что у нас еще будет? Есть у нас такая серия, мы ее недавно запустили. Она называется «Мастера иллюстрации». Мы сознательно берем классические произведения, среди них и произведения английской литературы. И вот с этими произведениями, к этим произведениям мы ищем лучших иллюстраторов. Что у нас будет в этом году? Анонс, честно говоря, об этом анонсе, наверное, вы слышите впервые, потому что свою издательскую кухню мы не всегда раскрываем. Так вот, что у нас будет? У нас будет к осени Стивенсон, «Остров сокровищ», в иллюстрациях Михнышева. Если кто-то слышал, великолепный тоже художник. Украинский. Да. Вы знаете, украинская школа иллюстраторов, она великолепна. Уже это стало классикой, между прочим, эти иллюстрации уже по всему миру себя утвердили. С нашими иллюстраторами вообще великолепные истории, да. И украинскими. Наши иллюстраторы очень востребованы за рубежом. Да. И на корню многих наших иллюстраторов покупают и используют, и немцы используют. Эксклюзивные права. Да, англичане. И удивительная вещь, это тоже кухня художников, иллюстраторов и издателей. Нашими иллюстраторами очень интересуются корейцы. Вот все интересуются, а почему-то никак премию Андерсона наш художник не получит. Ну, все, Маврина и вся. Дальше как тишина. Все премии, это мнения, вкусы и так далее. И политика. И политика. Конечно, но они настолько разные, то есть тут уж на все вкусы. Хочешь себе модерн, хочешь себе авангард, хочешь себе абсолютную классику. Если о модерне и Оле Леонайдис великолепный, ну немножко чуть в сторону, да, позволите, Анатоль Франц, «Пчелка», великолепные иллюстрации Оля сделала. Вот как раз если говорить о модерне, да. Вот в этом стиле сделан великолепный Второго марта открывается выставка в самой библиотеке. У нас небольшой выставочный зал. 2 марта еще есть. И презентация книги. Что еще мы подготовим именно из английской? Мы продолжаем издавать Уайльда, на этот раз сказки, и сказки с иллюстрациями Довгяла, тоже известный и очень неожиданный художник. Шекспир, Буря. И вот здесь мы на самом деле нашли великолепного американского художника. Сейчас заранее, я, честно, даже не принес распечатки, в свое время вы увидите, это американский художник. Может быть, это имя вам ничего не скажет, но он получил огромное количество премий как иллюстратор. Это Бернард Обердик. В свое время увидите, посмотрите. Потому что мы не ограничиваемся только российскими художниками. Интересные иллюстраторы, естественно, англосаксонские в первую очередь. Вот так получается, нам английские иллюстраторы ближе. И гораздо дальше и сложнее российским читателям воспринимаются французские, например, иллюстраторы. Вот так сложилось. Ну, не говоря уже об итальянских. Итальянцы рисуют в двух основных манерах. Либо это а-ля Дисней. Такой вариант. Либо это совершенно научно-познавательное рисование, такое подробное и очень достоверное. И вот как-то так получается, что иллюстраторы Германии и англосаксонские иллюстраторы для нас, для России, оказываются ближе всего. И последнее. Мы решили взяться и издать «Легенда о короле Артуре». Да. И это будут тоже иллюстрации не российского, тоже английского иллюстратора, по-моему, сербского происхождения,
постараюсь произнести фамилию Мессельджия. Ой. Да. А пересказ чьи берете? Сейчас не могу вспомнить, потому что я готовился на берегу. Да, от пересказа, конечно, очень много зависит, прекрасно это понимаем, потому что здесь отдать девочке из редакции на пересказ, это совершенно не тот вариант. Проблема литературных пересказов, она вообще, честно говоря, очень важная. В советское время была целая школа переводчиков, пересказчиков. Все, кстати, Милан и Захадер прекрасно помнят, что получается в случае успешного пересказа. А сейчас, на самом деле, не хватает качественных пересказов, они нужны. Да, песня о негодных пересказала. Чума. Да? Как трудно. Вот, это в двух словах о том, что мы делаем, что выпускаем. Спасибо. Вопрос, да. Вопрос школы. Сразу извините, поскольку вы прошу знать, как я поняла, современную отечественную. Да, да. Вопрос шкурный. Это погромче надо. Вы хорошо знаете современную русскую литературу и фэнтези. Я сейчас с воспаленными глазами читаю книги, присланные на конкурс для подростков имени Михалкова. Там много фэнтези. Это за всеми гранями. Вот вы можете сказать, что представляет из себя в нескольких словах, если приличные русские авторы, которые пишут фэнтези. Хотели мы про Михалкова поговорить потом. А про Росмена это отдельная песня. Нет, когда Росмен имеет свой конкурс. Росмен это свой конкурс. Да слава Богу. Я же спрашиваю, если авторы вообще... Вообще? Вы прямо, да. Но почему я не нахожу? Давайте я расскажу. Спасибо. Все начиналось с Гарри Поттера, и в какой-то момент было мне понятно, что история с Гарри Поттером имеет свой финал. Зарубежные издатели для подростков фэнтези, фантастику, приключения постепенно переставали выпускать, не выводили проекты. Естественно, начала такая мысль стучаться, что, в общем-то, на самом деле, для подростков нужно делать что-то отечественное. Делать больших авторов, большие серьезные проекты. В отношении литературе, если посмотреть все топы, там как-то 50 на 50 отечественные и зарубежные. Для подростков только зарубежные были. Начал искать текст. Очень тяжело было. И вот 5 лет назад, честно говоря, вот с такой самой простой мыслью мы запустили конкурс «Новая детская книга», который сейчас уже идет 5-й год. Что касается фэнтези и фантастики, это была одна из первых номинаций, которая там озвучивалась. Что в настоящий момент могу сказать? Великолепных авторов огромное количество по фантастике и фэнтези. Достаточно уникальны. По мирам, по конструкции, по тому, что очень важно для подростков, для читающих подростков, то, что место действия, оно здесь и сейчас. Вот можно выглянуть за окошко, он увидит те же самые дороги, автомобили, те же самые рекламы. И погружение для него очень важно здесь, в данном случае. Что мы здесь сделали и что показалось мне достаточно удачным, в чем я вижу наше свершение. У нас есть проект «Часодеи», серия книг. Подкивают уже, знают. Для меня это была определенная гиперзадача. А сможем или не сможем? Мы смогли. Эта книга сейчас, эта серия издана уже тиражом 350 тысяч. То есть подростки читают, отечественные авторы есть. С ними можно работать. У нас есть серия еще «Зерцали», которая только начинает раскручиваться. Еще отечественные авторы. Псевдоним Александр Андерсон только вышла буквально 2 дня назад. «Элизиум» для подростков. Интересно. Вы знаете, вот это... можно принять, можно не принять. Но есть о чем поспорить, есть предмет для разговора, да. И текста. Тексты есть. Вы просто расскажите, как вы отбираете эти произведения, ведь там большое количество людей в жюри. Давайте все-таки мы отдельно сделаем встречу, посвященную новой детской книге, тем более, что каждый год выходят... И даже больше. Да, библиотекари участвуют. Есть номинация, где библиотеки определяют свой выбор. В прошлом году это была младшая номинация. Библиотекари выбрали своего победителя, и эта книга выходит через месяц. Вот именно свой победитель, тот, за кого проголосовали библиотеки. Мы сейчас приглашаем библиотеки к участию в новой детской книге. И заканчивая, опять же, фантастикой и фэнтези, да. Текстов огромное количество, можно работать с отечественными авторами.
их тысячи текстов, ну, естественно, из тысяч, есть десятки, которые стоят и заслуживают внимания. Есть эта традиция. Видя такую заинтересованность, Борис, в апреле или в мае давайте вот полностью литературную пятницу посвящаем конкурсу. И представим нескольких победителей, чьи тексты уже вышли. Вот, подробно разберем на сайте, уже можно что-то посмотреть, что-то давать. Да, у нас прям спасибо. Конкурс. Просто, честно говоря, очень далеко от Англии, сегодня не хотелось бы уходить. Да. А какая книга выходит? Какая? Сказали, что выходит книга скоро. Какая? Сейчас скажу. Андерсон. Нет, это не Андерсон. Андерсон, Саша, вышла уже книга. Ирина Краева. Очень полезное чтение. Так, сейчас могу. Название там достаточно заковыристое. Знаете, сейчас не могу вспомнить. Зайдите на сайт Росмена. Конкурс «Новая детская книга» Ирина Краева. Ирина Краева, автор, да. Название вот сейчас. Оно такое, такое заковыристое название. Ни из одного и ни из двух слов. Со словотворчеством. Да. Нет, этот отдельная песня. Саи тоже все хорошо. Саи тоже все будет хорошо. Так что все нормально. Но, повторяю, об этом надо отдельно совершенно и с книгами, и с авторами говорить. А сейчас... А вопрос еще один. Да. Ну, да. Вчера читатели ко мне приходят, говорят, Гарри Поттера больше издавать не будут. Так что вы не выбрасывайте, не списывайте зачитанные книги. Будут издавать еще. Давайте практически официальное заявление в очередной раз. Да, мы отказались от работы с агентами Джон Роллинг. Это было еще прошлым летом. По разным причинам. Проект вышел на свое плато, Джоан Роллинг сменила агентов. Они решили, скажем так, по-другому управлять этим проектом. Нас эта ситуация, честно говоря, не устраивает. И мы решили проще выйти из этого проекта, который, в общем-то, уже на самом деле все у него в прошлом, он великолепно где-то живет. Но усилия, средства и свое внимание лучше переключить на отечественных авторов. Те же самые часодеи. Я знал, что рано или поздно такая ситуация наступит, и имели такой козырь в кармане, например, часодеи, Зерцалии, Элизиум и еще несколько проектов, которые перевели. Сейчас правопреемником является издательство «Атикус Махалон». Первая книга у них должна выйти где-то в ближайшее время. В интернете огромные дискуссии насчет нового перевода, естественно, им нужно было выпустить новый перевод, по-моему, Маша Спивак. Это самодеятельный перевод из интернета под романов. Там есть плюсы, есть минусы, но самое большое негодование сейчас вызвало у под романов то, что она русифицировала, сделала говорящими все имена. Еще имена? Они все стали говорящими, они получили такой детский оттенок, и это сильно очень изучило. Английской основы уходим дальше. Слопсы появились и что-то еще такое. Еще вопрос об Англии. Да. Борис, скажите, пожалуйста, Роберта Бернса переиздавать не собираетесь? Что-то его нигде нет? Мы нет. Ой, как любят школьники, старшеклассники. Для них это же про любовь. Очень. Это вы знаете, да, со старшеклассниками дело сложное. Женя, вы могли донести. Вечером ложи. Со старшеклассниками очень тяжело, когда Григорий Остер. 16+. Да. Про Женю это уже 16+. Да, я втором классе. Ребенок в школу пошел, все, с родителями у него отношения такие очень простые. Уроки сделал, почему не спишь. А дальше дети старшеклассники. У меня двое бывших старшеклассников детей. Я прекрасно помню в старших классах. Уже, конечно, есть интернет и есть возможность прочитать. Несмотря на то, что эти же книги есть в домашней библиотеке. И в домашних, и в публичных. Им гораздо проще того же Бернса открыть и прочитать там. Потому что Бернс в одном клике. А до полки нужно три шага сделать. А для библиотеки? А для библиотеки это страшное дело, да. Библиотека такой старый. Вы знаете, кто-то, наверное, все-таки издает. Бернса, посмотрите, у меня такое ощущение, что либо Эстер или Эксмо, может быть, Атикус, не Атикус, Азбука. Поищите, поищите. Наверное, они издавали в Азбуке классика. Так называемой вот этой зеленой серии. Сейчас, который желтый стал уже в дворе. Это шанс купить. Бернс там выходил, насколько я помню точно. Вот. Так, Бориса на совещание отпускаем?
Я с вашего позволения заберу те книжки, которые вы мне сейчас дали. И положите их в нашу сумочку. А это все я оставлю. Хорошо. Держите. Спасибо. Держите. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что это было и полезно, ну и вообще хорошо, красиво, умно, и будем сотрудничать. Да, обязательно. И раритетный Гарри Поттер. Сказать, про Гарри Поттер тоже вы понимаете, что вот да, можно по-разному относиться, вот но хоть и лелейте, и храните. Да. Да. Видите как? Вот казалось бы, завалено все. Проходит несколько лет, сменяется поколение, и вроде как где найти, так надо дома, чтобы было. И вот сказали, что не списывайте ни в коем случае, там заклеивайте и делайте все, что угодно. Знаете, с литературными процессами есть еще масса переговорных, сложных, юридических и правовых вещей, которые сейчас влияют на литературу серьезно. Ладно, спасибо вам большое. Спасибо. Максим переходил от одной книжки к другой, от одного проекта. Я не буду вас так мучить, вы не думаете. Нет. Художник, вот, собственно говоря, все, что надо, он уже сказал. Да. Нет, на самом деле, что я могу еще сказать, когда художник должен рисовать, а оратор вещать, так что все, что я хотел сказать, в общем, показано на этих картинках, которые висят на стене, и книжки, которые изданы и представлены на стендах. На самом деле могу просто, вот Борис зря убежал, сейчас буду его хвалить, могу рассказать просто несколько моментов, которые связаны с работой, вот, и что выдался такой шанс поработать над этой литературой и издать эти книги, надо сказать, в приличном виде. К сожалению, в приличном виде они выходят один тираж, после они либо уходит в бюджет, либо в пересказ, либо получается какая-то выжимка. Но то, что эта книжка уже существует, то я и художнику, соответственно, позволено прикоснуться к работе и с автором, и с переводчиком, и увидеть еще свой труд, напечатанный в приличном виде, то большое спасибо, конечно, издателю. Мы начали работать с Борисом Кузнецовым, с Алисой. Тут была некая предыстория. Вообще, моя любовь к Алисе, она давнишняя, и она, наверное, идет больше, моя какая-то привязанность идет к Зазеркалью. Она мне больше понятна, она мне больше, как-то она логичнее, там мне больше нравятся персонажи, диалоги. Вообще, вот сколько я читал исследований, Льюис Кэрролл вообще не знал, когда писал «Алису в стране чудес», чем там закончится. В общем-то, там некая есть такая чехарда, нанизывание сюжета. Тут в «Алисе в зазеркалье» все более как-то понятно, и я вообще мечтал ее оформить. Я даже пытался это делать в неком издательстве. Вот первые два стекла, которые висят здесь, Алисы разные, по-разному одеты, у них разные прически. Я пытался делать «Алису в зазеркалье», не случилось в издательстве, не получилось, мы не сошлись. Я вот эти работы показываю здесь на выставке, так как нигде не издано. Вот. Но потом мне повезло просто, что эти работы увидели в издательстве «Росмен» и предложили мне делать сразу две книги, и «Алису в стране чудес», и «Алису в зазеркалье». Надо сказать, что вот у вас начиналось, когда встреча, здесь показывали видео с Ниной Михайловной Демуровой. Конечно, могу долго говорить о Кэроле, но, вот знаете, все-таки «Алиса в стране чудес» для меня непосредственно связана с ней, потому что ее переводы считаю самыми лучшими, хотя некоторые считают ее более академичными, менее детскими. Для меня это просто прямое попадание. Когда я прочитал ее переводы, они были не первые мной прочитаны, то есть до этого я читал и Захадера, и Орла, и разных
Яхнина, ну, в общем, да, да. Вот и с разными иллюстрациями, безусловно, я видел книжки и, соответственно, с разными переводами. Вот вы знаете, когда я почитал Алису, я как-то проникся в переводе именно Нины Михайловны. И всегда мечтал с ней и познакомиться, и посотрудничать. И когда получил первый заказ на Алису в Зазеркалье, который не случился, там был именно перевод «Орла». Перевод «Орла», и, ну, так как мне все-таки хотелось оформить эту книжку, я сказал «да». Вот, но, видимо, звезды так совпали, проект развалился не зря, потому что, когда меня пригласили в «Росмен» и предложили сделать две эти книги, причем давая полную свободу, я поставил условие, что я хочу делать перевод именно Нины Михайловны, я вот оборачиваюсь, как будто она здесь, к экрану. Вот. Что очень хочу сделать только с ней. И вот ребята пошли навстречу, хотя в других издательствах просто даже боялись с ней связываться. Ну, ходят некие мифы, что человек строгий, человек дорогой, человек неприступный. На самом деле, она необыкновенно, конечно, оказалась женщина. Интеллигент. Просто, и очень жалко, что она сейчас, ну, дай бог ей здоровье, она сейчас не очень хорошо чувствует. Погода, сами понимаете, человек пожилой, и ее нету вот среди нас здесь. Надеюсь, она поправится, может, мы вместе как-то встретимся и еще поговорим на эту тему. В общем, конечно, все это благодаря ей, и вот мы с ней вместе сотрудничали на Алисе, над Алисой. Алиса у нас вышла, и, ну, как сказать, для меня это уже была какая-то радость, гордость, с хорошим переводом, хорошая книжка, хорошо издана. Но надо сказать, что вот к ней какой-то стал интерес из-за рубежа. И на протяжении 2 лет мы переписывались с клубами Англии, и они сами вышли, то есть мы не искали эти выходы. Вот. И я, конечно, все время, когда нахожусь в присутствии Нины Михайловны, говорю, что конечно, потому что она человек известный на весь мир со своими переводами и своими исследовательскими работами. Но у нее выходит масса переводов и с разными иллюстрациями, вы знаете. В общем, книжка у нас получилась, как-то мы совпали, она зацепила. И вот мы долгое время переписывались и с американцами, и с англичанами. То есть, я не знаю, по-моему, у всех коллекционеров серьезных мира с автографами эти книжки есть. Так что и книжке уже 5 лет, надо сказать, и она продолжает жить, продолжает печататься. Печатается, конечно, в разных форматах. Мне, как художнику, иногда хочется обложку заклеить или там, ну, вообще не смотря, что идет. Но, по крайней мере, вот она была, то есть изначально, она не родилась уродом и заявила о себе с хорошим переводом, надеюсь, и иллюстрации удались. Плюс ко всему, у Нины Михайловны, опять же, к ней возвращаюсь, она всегда ассоциировалась с таким иллюстратором, как Ващенко. Взрослые, я считаю, очень хорошие, достойные картинки, необыкновенные. Вот я рад, что мы с ней сделали нечто с ее переводом и детское. То есть такое, по-настоящему обратились к юному читателю, потому что, ну, мои мозги такие. То есть я уже хотел представить «Алису в стране чудес». Так как это сон, я решил, что сон должен быть детский, цветной, бесстрашный, и, ну, то есть не страшный. И, ну, подробности это уже... Это уже моя страсть. Фирменный стиль Митрофанова. Это у меня чесотка, пока я не доделаю до конца. Так что вот. И надо опять сказать, вот Борис убежал, а ему ведь огромное спасибо. Получилось так, что, ну, наверное, все слышали о таком художнике Леониде Викторовиче Владимирском, который иллюстрировал «Волшебник из Умного города». И Буратино. Буратино — это просто знак. И это, в общем-то, мой любимый учитель и друг. И сейчас, к сожалению, он тоже очень уже старенький. И дай бог ему здоровья, ему 93 года уже. Вот. Для художника, наверное, ничего не может быть страшнее, чем ослепнуть. Так что, в общем, очень жалко он. Но вот мы с ним, правда, удалось нам пообщаться по телефону. Очень редко теперь, только на дни рождения разговариваем. И на... живет он в другом городе, из Москвы он уехал. Вот, Подмосковье, и редко мы с ним, к сожалению, сейчас и видимся, и слышимся, но вот не могу тоже о нем не сказать, то есть это все-таки был мой такой первый серьезный учитель по иллюстрации, и ему предложили в свое время иллюстрировать Питера Пэна. А вы знаете, я вообще Питера Пэна читал в детстве,
мое детство все-таки было советское, никаких еще, он не был так раскручен в России, никаких диснеевских мультфильмов не было. Но так как родители все время подсовывали, родители ездили из границы, и, в общем, это была некая мировая классика и некий феномен, опять же, за рубежом, то есть история Питера Пэна. И я пытался ее действительно читать с детства, но у меня с ней никак не складывалось. Она мне... Ну, в общем, я не понимал, в чем здесь феномен, меня не цепляло. Мне казалось, это некая вот именно бродилка, нанизывание сюжета, некое некие приключения детей, улетевших на остров. Я, ну, то есть до меня никак не доходило, что же это. История про смерть и про страшное, да, и, то есть, и про душу, это никак. Да нет, не могло никак донестись. И мы сидели с Леонидом Викторовичем, у него мастерскую, и он сказал, что вот в свое время ему предлагали оформлять Питера Пэна. Питер Пэн ему не понравился, потому что он вообще запомнил оттуда только хождение по кругу всех персонажей, мальчики за мальчиками пирата, за пиратами индейцы, за индейцами крокодил, ну, в общем, там, за этими, то есть, животные, за ними крокодил. В общем, он говорит, все, я ничего не понял, не хотел оформлять, хотя, в общем, зря, ну, вот, не оставил места в истории. Вот, а так вообще, тоже могла бы у него хорошая книжка получиться. И мы действительно с ним посидели и поговорили, что, да, Питер Пэн фигня. И он говорит, это был пересказ. Подожди. Вот, он мне говорит. Нет, ну у него другие понятия. У нас были разные переводы, как потом выяснилось. И он мне говорит, ну, в общем, ты знаешь, мне эта рукопись не нужна, я тебе ее отдаю. Я возвращаюсь домой из его мастерской, начинаю читать и проваливаться просто в книгу. Такой вообще. То, что читал в детстве, это было не то. И это было вообще не то. То есть я начинаю читать, я схожу с ума по этой книге. Я начинаю, во-первых, всем друзьям советовать эту рукопись, везде ее давать. Я начинаю бегать по всем издательствам. Я прихожу домой, беру с полки книгу и думаю, ну что ж такое-то вообще? То есть я не понимаю вообще, что я читал. Оказывается, через мою жизнь прошел пересказ Токмаковой. Наверное, он детский, наверное, он правильный, наверное, он легкий. Наверное, он был, своевременный. Но по тем временам. Но понимаете, в чем дело? Вот именно то, что мне с детства дома насаждали литературу и его как феномен, ну, как бы вот Алису, Пиноккио, такая классика европейская. Вот, и я как-то понимал все-таки Пиноккио, хотя это очень нравоучительная вещь. И Алису можно было, читая перевод Демурова, тоже мне очень нравилось, и что-то было смешно. Здесь я не понимал, мне казалось, это все очень легковесно. И вот тут я тоже столкнулся с переводом Нины Михайловны, и, конечно, влюбился в Питера Пэна. И я делал несколько вариантов иллюстрации тут, и пытался его куда-то пристроить, но ни одно издательство не... На Демуровский перевод не соглашался. Да, именно на Демуровский перевод. Костный. То есть я его достал в ее переводе, он издавался в издательстве «Слово». И долгие, ну, может, он был еще в каких-то сборниках, о которых мне вот неизвестно. Издательство «Слово» вот издавал ее. Да. Вот, а потом, и после его нигде нельзя было найти, то есть засилие пересказа было. И я очень много ходил по издательствам, кому я только не предлагал, богатым издательствам, начинающим издательствам, и готов был рисовать бесплатно. Никак. И вот тут случилась такая вещь, опять же, как-то совпали звезды, то есть вот что мы сделали с Борисом вместе, «Алису в стране чудес», и потом стали делать «Зазеркалье», и у Алисы стала вот какая-то судьба, ну, в общем, она действительно хорошо, видимо, для издательства прозвучала на рынке, но плюс ко всему она и заинтересовала зарубежных вот коллекционеров и всяких клубов. То есть Борис был на подъеме, мы пошли с ним давать интервью на «Эхо Москвы», и там в лифте я его... И сказал, Борис, слушай, ну вот давай сделаем... Пожалуйста, если правда на вы, я тут выпендриваюсь, в общем. Борис, давайте сделаем с вами Питера Пэна. Тем более, тут перевод Демурова и мои иллюстрации, здесь перевод Демурова и мои иллюстрации. Может быть, что-то у нас с вами получится. И вы знаете, вот он
на это пошел. За что я ему очень благодарен. Я ему очень благодарен за Алису, я ему очень благодарен за Питер Пен, потому что на него надо решиться. Он большого формата, потому что там очень много текста. Книжка больше 100 полос только текста. И ее надо было делать в 200 страниц, чтобы ее иллюстрировать целиком. И вы еще пошли на такой интересный вот ход, черно-белый. Они мне, да, они мне, во-первых, они пошли на перевод Нины Михайловны полный, то есть чему, я думаю, она тоже была рада. Во-вторых, мы начали сделать, то есть дали полный карт-бланш, то есть абсолютная свобода. И мы очень интересно работали над этой книгой, потому что мы ее поделили на несколько частей. Все-таки в книге 200 страниц. Рисую я очень подробно. Рисунки, ну, долго ребенок рассматривает, с одной стороны, он будет много раз возвращаться к этой книге, с другой стороны, знаете, можно и утомиться. Поэтому мы делали, возвращаясь вот к эпохе, уже когда книга была написана, весь быт мы делали черно-белую графику. И вот, значит, дети живут в Англии, вот они с родителями, пытался такие делать английские картинки. Вот, и вот к ним прилетает Питер Пэн, все это Лондон. Черно-белое с краской. Да. Сначала делал все черно-белое, но опять же рынок и решили не рисковать. Но на самом деле, вы знаете, вот эта вот подкраска очень благородная и нежная, она здесь спасла. Причем тоже меня никто не заставил красить. Руки мне никто не ломал, не заставляли красить оригинал, я красил на отдельных листах уже через свет, отдельно украсил на других листах, совмещал все на компьютере. То есть, и вот, сейчас я просто хочу до кульминационного момента дойти, вот Питер Пен дует волшебную пыль, дети залетают. И вот они уже вылетают в сказку, и тут пошли, вот они уже под мостом, и вот они уже полетели, все, что в сказке, здесь у нас идет цветное, причем битва на скале покинутых, опять же, на цветной бумаге, гуашке, то есть новая техника, две главы, потому что это как бы история в истории. И когда он возвращается, когда все возвращаются в Лондон, мы опять возвращаемся в черно-белую графику. То есть то, что они это позволили, это все-таки какие-то вопросы ведь и печати, чтобы все это хорошо вышло. И что они ждали, конечно, месяцев 15, пока это все можно было довести до ума. В общем, конечно, я им очень благодарен. Я сейчас переживаю, книжка вышла одним тиражом. Издательство молодцы. Думаю, больше не издадут. Вот в таком виде. Не, ну действительно, потому что ценовая политика. То есть первые они делают вот так вот, как положено, а потом эконом-класс. А потом, да, права, ну, в общем, потом они делают, я право продаю на несколько лет, и, соответственно, они уже делают все, что. Ну, то есть, что им выгодно. Да, это выгодно, но то, что они вообще не позорят изначально, и обложка их. Ну, в общем, все равно. Типа, все-таки они прислушиваются. И это все-таки, конечно, спасибо Борису, потому что он человек такой, понимающий в этих делах. Вот все, что происходит, опять же, он директор. Я не знаю, я не очень, то есть я никогда не разговаривал с владельцем, может, он вообще мега золотой. Но вот Борис, он мне чем нравится, конечно, ему нравятся все вот эти вот интересные проекты, он рискует. Он это делает, он проводит какие-то конкурсы, так что Росмену мои респекты. Зря он ушел. Вот мы сделали вот такие вот две книжки с Ниной Михайловной. Надеюсь, может быть, чего-нибудь с ней еще оформим. Просто, ну, все зависит и от меня, потому что книжки рисуются очень долго, по года два, по полтора. Вот, и от нее, безусловно, что и как. И если издатели пойдут навстречу, то... Макс, а вот сделай сейчас красивый переход к Нарнии. Ну, красивый переход к Нарнии, переход красивый вам. Да? А можно? Да. А можно я еще добавлю? Да. Ага. Я про Алису, потому что я была в свое время на выставке, Льюис Кэрролл был основателем, одним из основателей английской фотографии. И оказывается, есть замечательные фотографии Алисы самой. Да, и тогда был нюанс в том, что почему было мало фотографий, в том числе детей. Там была техника, она очень хорошо сохранила кадр, но надо было сидеть 25 минут неподвижно. Да.
Вот. И вот когда вот если в библиотеке будет что-то делать, есть вот эти замечательные. Мы вам еще покажем. Мы сегодня еще подождите. Еще не все, что с нами задумано, мы уже вот вам выдали. Но спасибо. Алисе, оно все время будет возвращаться. Вообще сейчас, опять же, чтобы далеко не уходить от темы, думаю, сейчас смотрю. В ЖЗЛ вышла большая книга, первый раз такая крупная биография в России Льюиса Кэрролла, который писал Нина Михайловна в течение лет 6. И если вот кому-то это интересно, я бы на вашем месте приобрел просто почитать. Это, конечно, не развлекательное чтиво. То есть, это хорошее чтение, это правильное чтение. Вот, оно очень такое основательное, исследовательское, научное и очень интеллигентное, без всяких вот этих вот, знаете, скользких тем, которые постоянно Кэрроллу пытаются приклеить. Вот, то есть и там и про фотографа, и про биографию, и про личную жизнь, и про общественную, и про творческую. То есть она работала очень долго, много, и советую. Ну, а тем, кто очень любит юбилейные даты, в 15 году Алисе в «Стране чудес» исполняется 150 лет. Это так. Да, из года в Англии можете не возвращаться из Англии. Да. Вот. Да. Что касается Нарнии, ну, здесь я так замалчиваю, конечно. Ну, скажу, как было. Все помнят, наверное, дом детской книги на Тверской Лимской. Мы не можем не произнести вслух спасибо дому детской книги. Да, это просто было золотое время, золотое место, где мы все познакомились вот с Татьяной, с массой художников, писателей, иллюстраторов. И, я не знаю, двери его всегда были открыты. Нас абсолютно радушно встречали. Вот эти встречи писателей, которые проходят здесь у вас, они зарождались в конце 90-х. Мы родом из дома детской книги. Мы там же общались с художниками. Все было необыкновенно. И наша большая мама Ольга Борисовна Корф, которую я никак не могу никуда вытащить, вот, уже, которая живет сейчас в Мытищах, и даже когда выставки проходят в Мытищах, я и звоню, говорю: Оля, ну приезжайте, пожалуйста, я вас там встречу на автобусе, давайте. Вот, ну, ей буквально несколько остановок. Я не знаю, она очень, конечно, закрылась. Сейчас, видимо, ну, сложно, после сложно, закрытия да. этого дома. Это была очень большая трагедия, на самом деле. Вот такая вот. Вот, но мы ее все помним безумно. И общественная, и личная трагедия. Да. Вот, и мы ее, конечно, очень любим, мы все помним. И она, конечно, необыкновенная была женщина. И вот что касается Нарнии. Ведь это были, ну, какие-то конец 90-х, не так много литературы издавалось, масса издательств открывалась, закрывалась, все это было пиратским способом, в этом можно было во всем утонуть, узнать, что почитать, знаете, ну, не попасть на какую-то ботву, на плохой перевод, еще что-то. Все время я обращался к Ольге Борисовне, и все время, ну, я подыскивал, чтобы мне проиллюстрировать, с одной стороны. С другой стороны, я, конечно, что-то такое интересное. Начинающий художник. Ну да, это было давно. Вот, и вот ее молитвами, в общем, она мне дала почитать Клайва Дьюиса, который вышел с иллюстрациями Троугота в начале, по-моему, 90-х или в конце. А, ну, вот сейчас Анна Гадинер нам все-все-все расставит по местам. Да, вот, и сначала был вот только «Лев, колдунья, путинный шкаф», я получил эту книгу, я взял у нее эту книгу, я в нее влюбился. Она на меня произвела впечатление, но у меня тоже мозгов в то время не хватало, я не понял ничего, что это некая религиозная, нет, ну правда, какая-то религиозная подоплека и какие-то аллюзии там с Библией меня это совершенно. Вот сейчас все послушаешь, вот, сейчас Анна все точечки расставит. Вот, и никаких фильмов не было, классических иллюстраций тоже мы не видели, потому что интернет был в то время, знаете, тоже не так развит, и я им не пользовался, в общем. Вот, поэтому то, что я нарисовал, это была некая отсебятина, она, ну вот мое какое-то впечатление, это 2001... Ну раз на выставку принес, то не отрекаешься. Нет, считаю, что... Просто, ну понимаете, сейчас уже совершенно кино, оно же нас... заставляет. Она нам уже создает такие образы, от которых очень трудно отказаться, и поэтому у меня, конечно, все по-другому, приходится иногда оправдываться. Ну, был давно, не знаю, в общем, вот делал такие рисунки в 2001-2002 году, вот такого большого формата, потому что для себя, не надеялся никогда, что это кто-то издаст. И
вот ровно через 10 лет после создания рисунков позвонили из Эксмо, сказали, у нас права, ну, в некую дешевую, маленькую серию, где и ваши переводы, кстати, к Тройстеру в этой, ваша маленькая баба. Бабы, маленькая карта. Да. Вот эта серия. Вот эта серия также и у меня и Нарния, бюджетный класс, книжка, она там представлена, конечно, но слава богу, что не заставляли ничего перерисовывать, доделать. Взяли все как есть, книжка издана, так что, в общем, книжка тоже живет. Так что все благодаря библиотеке, надо сказать. Не будь вот той атмосферы того общества, может быть, картинок бы этих никогда бы не видели. Ну а здесь, там не видно оттуда, здесь вот контервильское поведение, очень люблю Оскар Уайльда, но оформлять его детские произведения никогда не хотел, подступался к мальчику-звезде, потому что уж очень в детстве пластинка пугала, и вот какие-то ощущения хотелось выразить на бумагу. Но на самом деле они все очень тоже нравоучительные, смертью кончаются, а «Контервильское привидение» — это какой-то глоток свежего воздуха. Это потрясающая подача. Книжка, правда, тоже у нее какая-то очень странная судьба, она как привидение мелькнула и растворилась. Да, да, то есть она как-то вот у кого-то живет дома, что приятно, но, в общем, ее уже, наверное, лет 6. Встретить невозможно. Так что вот оригинал представлен. Наверное, все. Спасибо. И конечно, хочу сказать спасибо большое за зал и за разведку, и за то, что все мы это можем посмотреть. Друзья,